Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 26 июля. В этот день, в 1830 году, король Франции Карл X принял 4 указа. Об ограничении свободы печати и введении цензуры, о роспуске палаты депутатов, о введении нового избирательного закона и о проведении новых выборов в сентябре 1830 года. Эти указы стали поводом для июльской революции, положившей конец режиму реставрации и правлению старшей линии династии Бурбонов. Незадолго до этих событий французы купили в Александрии 2 сфинксов, стоявших некогда во дворе заупокойного храма Аменхотепа III в Фивах. Воспользовавшись сумятицей, произошедшей во Франции, бывший в то время в Александрии Андрей Николаевич Муравьев убедил российское правительство перекупить сфинксов. В 1832 году сфинксы прибыли в Санкт-Петербург. Первые 2 года они провели во дворе Академии художеств. Столько времени ушло на создание пристани у ее стен, архитектором которой стал Константин Тон. Свое место сфинксы на набережной заняли в 1834 году.